Доброе утро. Мы на даче. Про клумбы. Как я их формирую? Ну вот давайте на примере этой. На первом плане растения низкорослые, на заднем плане более высокие. Я люблю, когда листья у растений разные. Разные по форме, разного цвета. Мне кажется, так смотрится интереснее. Еще мое мнение, между растениями обязательно должна быть видна земля, но, конечно же, без сорняков. Мох на клумбах и на дорожках приветствуется. Садовые фигурки вносят какой-то интерес и изюминку. Ну вот, например, вот это. Или вот это. Еще мне нравится, когда растения перекликаются по цвету. Вот, например, вот эта желтая хоста, вот с этой, вот эта белоокаймленная, вот с этой травой и с серебристой. В этой же посадке вдоль дорожки гармонично смотрится здесь золотая хоста. Золотой куст гортензии и еще одна золотая хоста. Но можно сделать и клумбу из одних хост. Они настолько самодостаточны. Главное, чтобы они были разнообразные. И по цвету, и по форме листьев, и по размеру. Такой же принцип разнообразия форм и листвы я использовала в этих посадках вдоль забора. Желтая туя, зеленая туя, бордовый барбарис. Когда зацветет гортензия, будет еще красивее. Розовая спирея. А вот это желтая лапчатка. Пока не цветет. А дальше орешник. Лещина. Сегодня сплошной день пересадок. Этот барбарис рос около елки. Елка уже его начала давить на него, и мы его пересадили на свободное место, убрав оттуда ситник. Ситник я посадила к водоему. На место желтого барбариса я посадила гейхеру. Еще отсюда будем убирать конику, потому что они с елкой уже начинают мешать друг другу. Зимой отвалилась плитка, и муж ее подклеивает. К сожалению, будем использовать эту плитку, потому что она обрезана. У нас есть такие плитки, но они большего размера.
У нас грунт подвижный, и вот эти вот бордюрные камни, видите, отошли. Вот муж достал, и сейчас будет его устанавливать на место. А его не надо цементировать? Нет, не надо. Не надо? Теперь здорово, ровно. Ой, привет! Привет! Мусор сжигает. Привет, моя дорогая! Я тебя не видела 100 лет. Ты в прошлое... Да я заходила, да. Ну, расскажи мне, что у тебя новенького? Я уже вижу красоту. Мы сейчас поставим. Сами. Ой. Кстати, Людмила просила тебя передать вчера, что она тебя обиделась, и будешь тебе не продаст вообще ничего. Пошла она уже. Вот так вот. Эксклюзив тебе привезла, а ты не пришла. Да, что она привезла? Эту, которую ты все время покупаешь? Там какой-то суперцветок был. А-а-а. Да. Надо звонить не по телефону, с ней суперцветок. Слушай, вот что это? А ты не снимай. Вигела. Вигела. Слушай, вот это вигела. Это вигела, да. Ага. Она у меня, наверное, 5-й год. Угу. После первой зимы я думала, что она все. Угу. Умерла напрочь. Она восстановилась где-то спустя, наверное, месяц. Полтора, а так я думала, ну все просто можно было выкорчевывать. Потом нет, восстановилась. И вот каждый год она как-то вот быстрее восстанавливается. Но это 5-й год. Ну каждый год она... Слушай, она у тебя цвела когда-нибудь? Что-то... Да, слушай, она всегда цветет. Ну, значит, я в это время не заходила к тебе. Супер. Это вот здесь. Вот такая дорожка. Вот композиция, и отсюда начнется вот эта слушай, дорожка. Вот, слушай, у тебя что-то новое, голубое, такое нежное. Что это? Не знаешь? Да, не знаю. Слушай, красивая. Боже мой. Это вообще что-то. Влад молодец. А хотела сфотографировать? Что-то новенькое? Нет, не новенькое. Вот что это и знаешь. Огородик. Это цветочек. Это маргаритка. Маргаритка. Так. Решила, что она вот каждая вот эта штучка даст еще по штучке. И вот, и это был такой шедевр. Ты представляешь, что это такой шар был? Ага. Еще вот из таких маленьких. Я вот... Где она? Да вот даже вот здесь видно, что она вот на этом. Но все равно это уже вот... Ой, а вот почему-то это... он такой один. Не знаю, будет ли он еще так. Может быть, это на семена, что нет? Наверное. Я даже не знаю, честно говоря. Слушай, ну да. И ты знаешь, что это да, так здорово да. было? Жалко, не успели заснять. Что-то проковырялись. Угу. А я не сняла, думала, перед на следующей неделе, может, у меня таких будет все там. Много, такая да? Такая будет красота вся, да. Ага. А они нет, как-то вот, не знаю, с чем связано, но вот этот вот он, этот шар был. Ну да. Вот. Ягодки. Слушай, вот очень уже удобно. Уже ели? Смотри, да. Вот это какая удобная штука, да? Это самая удобная вещь. Для клубники. Да. Учитывая, я же много покупала для клубники. Ага. Это оказалось самое лучшее. Вот она у меня видит. Шатер ваш по нему бы. Вот, ой, да? Не наступить бы. Вот смотри, какой у нее герань, да, это покупала герань. В том году. Да, это герань. Вот она маленькая. Она будет, да, и она будет пурпурная. А, вот сами листики. Да, сами листики. А в тени не будет окрашиваться. В тени будет зеленая. Ну вот она тут совсем маленький, он. Угу. Все равно. Угу. Все огромное. Слушай, я в ней разочаровалась в этой белой, этой самой сныте. Потому что она разрастается. Она, ты знаешь, у нас около дома, когда я ее брала, она была крошечная и ковер. А здесь она у меня еще выше, чем у тебя. И мне она перестала нравиться. Я, наверное, буду ее. Наверное, ей нужно что? Тень? Ей нужно вообще очень плохая земля, тень и не пойми что. И она будет маленькой, маленьким ковром. Ну вот она дала ну, соцветия, да. Я... да. Угу. Там все нормально у тебя с той стороны? У нас с той стороны все нормально. Вот это вы налепили бел. А Слава говорит, слушай, говорит, они сейчас делают этот забор красивый. Мы свои листья снимем, и у нас останется красивый их забор. Нет, с той стороны. У нас одна... Односторонняя. Односторонняя. Да я шучу. Вот. Слушай, ну что, здорово. Тоня, да, ее зовут? Тоня. Да. Она говорит, ой, говорит, а Ольга не хотела вообще тут забора, а вы ставите типа второй. Нет. Мы этот забор ставили, ну когда, да, это было уже никак, когда вас не было, да.
Ну, в общем-то, если захотите такой, ну, любой вот другой, вы можете снять свои листы и набить евроштакетник. Это называется евроштакетник. Угу. Да. Он из чего? Это тот же самый вот профиль. Металл или плат? Да, металл. Металл. Металл, ага. Да. А он из каких? Какой он? Вот, листы большие или? Нет, пойдем посмотрим. Да не неси, сейчас я схожу с тобой. Я тоже постельное белье настирал сегодня. У нас же продается этот, тот. Я знаю, тут много участков продается. А, вот такие вот доски. Ну, как это? Поняла. Да, вот они, грязненькие. Да. Ага. Ну, из того же материала. Слушай, красиво. Слушай, а смотри, ведь он же сверху вот такой, а у вас где это? А мы так не можем сделать, потому что, во-первых, у нас тот забор прямой, и твой забор прямой. Мы же по твоему забору. Все, поняла. Мы же не можем, чтобы у тебя выпирало, либо у нас вот так вот было. А если бы у нас выпирало, может, еще красивее бы было. У нас этот забор страшный, да, ужас. И видишь, как мы сделали? Мы пошли ниже. Угу. Потому что нельзя делать одной высоты, снег может попасть между ними. А, да. Поняла. Поэтому мы вот так пошли. В принципе, серый цвет он не особо виден. Взрослись, да. Но здесь они плохо смотрятся. Ну, я бы не сказала. Потому что почему? Они высокие. Потому что мы все время смотрим отсюда. Ну, визуально получается. Ты знаешь, а мне нравится, что я бы не хотела все одного роста. Мне кажется, наоборот, разноуровневое. Ну, вот это еще как-то мне более-менее. Угу. А вот тут надо что-то будет... Либо вокруг вот так, нее, голубая. Тут, да, тут нужно много будет передумывать. Ты знаешь, у меня хосты такие громадные, свет на будущий год, живы-здоровы будем. Много хост будем это драконить. Надо, чтобы у вас свою территорию сделал. Да, тем более у вас вот эта вот территория вот под хосты. Я считаю, что пока не размера нормального. А но если ты вот эти все. Вот сейчас действительно уберешь. Нет, я все время каждый год. Да, каждый да. год я их. Вот эти, вот они же все отсели. Ну да, васильки у меня тоже же почти. Же, да. И это герань тоже. Да. Вот это. А здесь мне кажется, вишня. Они красивы, что пока крупные. Здесь вишню срубили, все высохло. А, это что? Это кровохлебка, помню. Ага. Да, не прижился маленький. А красивые листва. Да, она же сейчас вот такая. Слушай, будет. Я у нее помню, метелки да, были, да, да? Да? Ой, она роскошная. Угу. Прелесть. Да, ее пересаживать. Пересаживать ее можно только либо вот в самом начале весной, либо... Вообще лучше в самом начале, наверное, весной. Наверное, да. Ну, как и большинство. Да, потому что при пересадке, вот она тоже кровохлебка, которая обычная. Подожди, вот это вот обычная? Это обычная кровохлебка, да, она у меня специально посажена, потому что когда цветут эти беленькие, а это маленькие такие ярко-розовые, и так красиво сочетается. Да. Чубушник. Угу. Вот. Нет, это гортензия. А, это у тебя гортензия? Это гортензия. Слушай, мне показалось, чубушник. Это гортензия, да. И вот красиво, метельчатая. Да, красиво сочетается. Угу. Как-то раз я ее пересадила, полностью погибла. Угу. Потом она заново начинает восстанавливаться. Угу. Да. И еще раз я ее пересаживала, опять сделала то же самое. А ну, это вот... твои гигантские лилии. Они пока только с нас размером. А будут они у тебя с утра были больше двух метров, мне кажется. Ладно, Светик, пока. Спасибо тебе большое за то, что... Мы у тебя экскурсию такую провели. Придем скоро еще. Будет, там скоро у меня будет что-то новенькое. Да, это будет, поняла. Это будет сюрприз. Обязательно. Это и когда будет сюрприз? Неожиданный. Я думаю, в концу, через две недели. Ага. Свет, смотри, загорится. Давай. Подожди, бери ее рукой. Подожди. Давай, открывай. Это кабачки? Да. Угу. Я же долго думала, что мне делать с этим вот с этой стеной. С какой стеной, вот Свет? Вот с этой вообще стеной. Я сюда сделала. Тумбочки вот эти. А, и вот эти, да, вот эти вот. Да, да. Вот эти штуки мне безумно нравятся. Это все, ребята, Влад делал сам, да? Или ты делала? Ну, мы... Нет, Сашка делала каркас там, брат. Угу. А я уже сколотила. Каркас из уголков, из металлических. Нет, там дерево все. Дерево? Только а дерево. Вот это не металл разве? Нет, уголки. Дерево, да. Слушай, и в этих вазонах у тебя вот это все зимует? Да, все зимует. Здорово. Ну что, класс. Лилейники пережили. Лилейники что пережили? Ну вот.
называть-то эти. Перезимовали тоже нормально лилейники. А что, классно? Мы же классные идеи. Часы сюда. Часы нужно. Думала. Можно. Потом думала, может, мне здесь какие-нибудь такие навесные, маленькие, да, с цветочками. А потом, когда вот это сделала... И заиграла свет, да? Тут и ты в отпуске, да, уже? А вы когда уезжаете в Турцию? 5-го. В Тунис у нас. А, в Тунис вы, господи, я забыла, да. Ладно, все, счастливо. Все, давай, счастливо. Все, там, давайте. Прощение, там задымили вас сегодня, да? Нет, на нас дым не идет, абсолютно. Абсолютно не идет. Все, пока. Пока.